Эшли. Эшли. Я здесь. Я боялась, ты умрешь. Я понял. Это ты все сделала? Ну да. Да, кто же еще? Ты можешь встать? Это карта? Да, нашла тут. Думаю, сможем выбраться, если пойдем сюда. Ну, мы же команда, да? Ты и сама круто справляешься. Так все же вытащить паразитов помог Луис? Да. Мы живы. Благодаря ему. Кто-то обчистил лабораторию Амбреллы. Отойди. Да, да. Идем. Ага. Смотри, мы сможем подняться. Прости. Мы же команда. А ты молодец. Ага. Точно все хорошо?
Лучше некуда. Я рада. Слушай, та женщина, она же спаслась? А, думаю, да. Такие, как она, не сдаются. Видимо, вы знакомы. Привет, чужак. Привет. Я продаю много отличных товаров, чужак. Неплохо. Славная сделка. Спасибо. Славная сделка. Спасибо. Больше не меньше, верно? Запасаешься, пока можешь? Разумно. Регулярный уход и забота. Увы, но больше это оружие не улучшить. Оно мой, по-моему. Отлично получилось. Держи. Все, как ты хотел. Это очень тонкая работа, чужак. Малым можно достичь много. Выполни оставшиеся просьбы, прежде чем идти дальше. Иначе... Придется гадать, как все... могло бы обернуться, правда?
Леон, смотри! Это... Ада. Пытается меня выманить. Будь здесь. Я быстро. Ладно. Ада! Сейчас добыча и поплотя.
Как же ты меня заколебал. Что, бля, творишь? Ничего личного, Леон. У нас с Луисом был уговор. Не бойся, я обо всем позабочусь. Это за мной. Идешь? Думаю, мы оба знаем, что тут наши пути расходятся. Ясно. До встречи, Леон. Леон! Куда это она? Фиг знает. Не понимаю, с чего она вдруг... Уходим. Скоро рванет. В смысле, остров? Да. Все, пора валить. Да. Все, пора домой. Надо сначала выбраться. Понравится.
цела? Да вроде, но было страшновато. Что, миссия выполнена? Будешь дома. Вот тогда да. Спасибо, что спас меня. Не за что. Слушай, я могу подкинуть папе идею. Станешь моим охранником, если хочешь. Зачем тебе я? Ты и сама за себя постоишь. Только научись обращаться с ножами. Все, пора домой. Прием, это гнездо. Как слышно, Кондор один. Прием. Она вообще работает? Леон! Леон, вы с Эшли целы? Да где вы? Ответьте! Соедини. Я добыла янтарь. Отлично. Один вопрос. Что ты хочешь с ним сделать? Тебе платят не за то, чтобы ты задавала вопросы. Скажу лишь одно. Мы на пороге новой зари. Сотни принесут себя в жертву, чтобы выжил лишь один. Я... хочу ускорить этот процесс. Значит, ты хочешь, чтобы погибли миллионы? Миллиарды. Какой размах? Меняем курс. Давай.